Хиллари Клинтон должна, кстати, получить награду от ИГИЛ как его основательница. Вот именно так считает миллиардер Дональд Трамп. Он уверен, к созданию террористической группировки привела именно политика экс-госсекретаря. Об этом Трамп заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида. Хиллари Клинтон создала ИГИЛ вместе с Обамой. И уж поверьте, последний человек, с кем Клинтон хочет соревноваться за место президента, это я. Ранее Трамп также утверждал, что Клинтон находится под полным контролем крупных американских корпораций. Она совсем не готова управлять страной. В своем выступлении республиканец также отверг предположение о том, что его президентская кампания сталкивается с трудностями. Наоборот, отметил он, сейчас самый лучший период, и партия объединена вокруг него. В свою очередь, Хиллари не раз утверждала, что заявления миллиардера бесполезны или даже опасны, а его возможная победа на выборах на пост президента чревата для страны многими бедами.